Ваше Величество, как сверхопасного преступника, я доставил художника прямо сюда, во дворец. Вы получите за ваше открытие медаль, за особые заслуги. А художник пусть подождет в приемной. Благодарю, Ваше Величество. Ну что я буду с ней делать? С этой медалью. У меня их уже 24 штуки. Все из картона. В кварталах бедноты начались волнения. Все ясно. Не отвлекайте меня по таким мелочам. Позвать сюда художника Панонита и пригласите ко мне членов военного совета. Ваше Величество, я слышал об этом художнике много чудесного. Осмелюсь предложить его Вашему Величеству для усмирения бедноты в мягкой манере. Он мог бы рисовать для них по воскресеньям бесплатную пищу, хлеб, масло. Нам нужны пушки вместо масла. Что, поволновались? Ай-яй-яй-яй-яй. Эти подчиненные иногда бывают слишком расторопными. Ну, будем считать это недоразумением. Теперь вы в моем личном распоряжении, для вас найдутся заботы поважнее. А что это вы разглядываете? Я любуюсь вашими знаменитыми волосами, Ваше Величество. О, а вы смогли бы нарисовать такие? Такие красивые? Конечно, нет. Ну, мы еще вернемся к этому вопросу. Господа, как вы знаете, давно мы готовимся к войне. И вот наступил исторический час. Предлагаю послать ноту королю Дуриндии и начать военные операции. Надо усилить армию, Ваше Величество. Ваше Величество, у короля Дуриндии огромный запас всякого оружия. Только я! Я! И снова я! Знаю, что и когда надо делать! Пушки! У нас будут современные пушки! Ну и корабли! Пишите и отправьте немедленно. Нота! Объявляю вам, королю Дуриндии, что вы лысый болван. Отныне не король. А свет моих золотых волос будет распространяться на всех граждан Дуриндии, светом освобождения. Как я его? Отлично. Остальное пусть подработает. Министр. Теперь у вас будет работа поинтереснее. Вы будете рисовать танки. Много танков и пушки. И что? Корабли. И корабли. Можете рисовать здесь, можете во дворе. Мы начинаем войну. Прекрасно жить среди огня и дыма и слушать, как стрекочет пулемет. Иди же нас, король непобедимый, вперед, вперед. Когда снаряды рвутся днем и ночью, скорей дают чины и ордена. Поэтому пускай всегда грохочет война, война, война. Тускнеет аксельбант от мирной жизни,
Бледнеет и ветшает шелк знамен. А тот, кто говорит о гуманизме, шпион, шпион. Когда снаряды рвутся днем и ночью, сгорит поющими и ордена. Поэтому пускай всегда грохочет. Согласны мы, что физик и философ вперед науку двигали свою. Но главные решаются вопросы в строю, в строю. Когда снаряды рвутся днем и ночью, скорей дают чины и ордена. Поэтому пускай всегда грохочет. Война! 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 Сеньоры мои, если желаете хорошего кофе, чтобы прочистить себе мозги, я готов приготовить вам его менее чем за одну минуту. Если каждому из вас захочется иметь по лошади для охоты на лисиц, я нарисую вам самых чистокровных рысаков. Но пушки рисовать я не буду. От меня вы их не получите никогда. Что он сказал? Не получите никогда. Что он сказал? Не получите никогда. Не получите никогда. Отрубите ему голову! Мы поступим так. Вместо того, чтобы рубить ему голову, дадим ему время одуматься. По-моему, он не совсем нормален. И посадим его в санаторий. Пока же ему не разрешается рисовать ни карандашом, ни красками, ни мелом.